Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, у нас Так, друзья, понедельник, вернул я армию после всех ралли, все, что у нас было. Покажу вам, сколько я вернул, потерял я тоже нормальное количество войти в зал знайников. Так, смотрим, ребят, сколько я вернул. Из, 6, из 7 доступных я вернул примерно 4 миллиона, потратил 140 свечек на данный момент, Вот. 140 свечек и результат вот такой вот. Потерял я за прошлую неделю 11,5 миллионов, ребят. Вот как-то так, но это было в основном мелочь, я все вернул, все обратно. Построил снова мелочь в понедельник и вот опять я целый, готовый воевать. Армия вся у нас готова к грядущему КВК. Соперник у нас серьезный, ребят. Королевство имеет 22 звезды в соперниках у нас. Не знаю, я с ним никогда не сталкивался. Как пойдут дела 242-го царства. Сейчас покажу вам его. Вот такое вот оно. Ни разу, кстати, с ним не играл. Не знаю, что тут за ребята. Но чувствую, что 22 звезды это, ребят, не слабое королевство. И интересно, конечно, почему король. Возможно, перед перелетами что-то у них изменилось или после. Ну, что-то Пока что я не вижу здесь опасных соперников. Но посмотрим, возможно, это фейк-ал или они меняются. Не знаю, ребят, пишите ваше мнение, но что-то кажется, что мы их размотаем. Вот. Ребят, по названию ролика вы поняли, что тут какая-то жесть будет. И это, ребят, так и есть. Так что не забывайте подписаться, обязательно поставить лайк. Не забывайте, ребят, что я пытаюсь набрать вместе с вами 5000 подписчиков обязательно. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий. Также, ребят, я несколько дней назад создал Инстаграм свой первый раз в жизни. Ссылка на мой Инстаграм будет в описании. Я еще не придумал, что я там буду делать, но, скорее всего, туда буду скидывать какую-то информацию об игре. И если вам интересно, заходите, подписывайтесь, а дальше я уже придумаю, как его использовать. Итак, ребят. Вы просто не поверите, вчера у нас был бой на Колизее. Прям жестокий. Я таких боев еще никогда у меня не было за все время игры. Я воевал не только я, и мои ребята против альянса ЛБС. Их 115 человек. Есть у них сильные замки. Ну как сказать сильные? Ну такие. Не слабые, ну и не, не скажу, что прям монстры. Их прилетело примерно 30-40 человек. Вот здесь вот куча целая стояла. У нас в альянсе были. С нашей стороны был я. Был армянин, Райни, Бат, Куна был и... Так, и был Игорь. У нас из сильных игроков это я и ранее. Остальные ребята с процентами, ну, 300 примерно здоровья, 250, ну и атака там 800-900. Конечно, это немного, но мы старались как могли. И, ребят, мы воевали почти 2 часа, ребят, за руины вообще. И я убил и я, и Райни примерно по 40 миллионов армии. Это, ребят, просто жесть такого. Я никогда не видел. И вот все вот эти 33 ралли, вот они, все здесь, ребят, находятся. Это просто нереально. Бои были, и я тут. Изначально я зарубился, пытался, так сказать вам, через лучников отыграть. У нас всего лишь одна была, ребят, проблема. Это малое количество людей. И то, что из сильных только у нас два замка было. Мы не могли укрепить нормально, а по нам сборили сразу там по 9 ралли, по 6 ралли. И вот, ребят, такие проценты у меня были. Я воевал через лучников. И сейчас я покажу, как они отрабатывали. Да, все бафы были включены, это в точках. Урон лучников у меня здесь 121, снижение 42, здоровье лучников 621. Урон при обороне 262, снижение 236. Да, можно было больше сделать, но из-за того, что ралли было просто куча, постоянно в нас летело... И я, естественно, героев менял и где-то строи путал И не всегда получалось сделать все идеально и грамотно Ну вот, ребят, вы посмотрите, что делали мои лучники И вообще, как работает мое подкрепление У нас, ребят, напоминаю, всего лишь одна беда К нам не присоединяются игроки Из-за того, что раньше АСФ воевала против всех абсолютно Ну и всех били И, естественно, об нас сложилось плохое мнение И никто с нами не хочет играть Ну и я разве виноват в этом? Ну, игра это что, и мне как бы все равно, я продолжаю дальше топить против всех. Ну, не в смысле против всех, я пытался мирно играть, но к нам относятся так, так сказать, с, не... с недоверием и не поддерживает нас никто. И вот такой вот эффект, ребят, здесь был. Посмотрите, как мои, мои войска накидывают здесь. Тележки мои, я их продолжаю молить. Вот сейчас занимаюсь я Т-12 телегой. Уже 30... на 37 сделал продвинутую загрузку за пару дней. Ну и продолжаем. Выкрутил я, кстати, себе на кольце шанс крита двойной, теперь у меня есть шанс крита пикинеров гораздо выше, и пики стали сильнее накидывать. Так, здесь грифоны, ну как всегда, они красавчики, кони мои. Т-14 кавалерия также хорошо показывает, ее мало, надо послать, убивает это много. Стало убивать хорошо, после того, как я книгу изучил, уроны примерно сделал на 60% и стало красиво показывать лучник. Так, и арбалет, ребят. Арбалет. Просто вы посмотрите, что он сделал. Просто чуть ли не 800 косарей закосил, только арбалет. Сами можете посчитать, ралли было 3,5 миллиона. Из него убил больше половины мой креп, ребят. Вот такие дела. Дальше у нас Куна здесь. Ну, их войска. Вот им не хватает процентов. Конечно, не так сильно они убивают, но спасибо ребятам, что нас поддерживали. Вот. Райни, у нее тоже сильный, зам, сильный замок, но все-таки он сделан для атаки. В атаке она гораздо сильнее, в обороне и не хватает вот этого, то, что есть у меня. Ну и армянин, я его попросил учеников послать, он посылал, и в принципе они делали свое дело нормально. И Игорь. У Игоря нет войск, таких, которые нам нужны. Но они есть как бы, но все равно слабовато накидывают. Надо молитвы, ребят, вам молить или идти всем через пехоту. Я не знаю, как это сделать. У ребят замки реально слабые. Ну и вот так вот шли дела. Так, я был на сельме. Здесь у меня шанс крита, ребят, 45%. Это немало, ребят, реально. И пехота у меня хорошо вообще работала полчаса, потому что тогда все бафы были включены. И вот тут же сразу же залетало еще одно ралли. Еще одно. Вот они так по мне... <laughs> это вообще смешно. Ралли очень слабый у них не замок. Я не знаю, как они ну, это делали. На что надеялись, ну короче Здесь вообще уже смех был Просто откармливали мо мою армию Тут грифоны поработали, уже лучники все умерли Ну и дальше продолжались вот такие дела Да, естественно, меня вышибли оттуда Снова они сели, потом мы их пробили Ну и так вот мы с ними воевали Воевали, ребят, практически два часа естественно мы, мы убили гораздо больше чем они нам намного просто там не то что один к трем один к пяти по потерям но вся наша беда что в основном в основном у ну, нас было большинство четыре человека в основном было и нам не хватает просто ребят компании тут есть русские ребята в королевстве 1011 если ребят вы нас смотрите я вам говорю присоединяйтесь ребят к нам будет интереснее играть реально и мы сможем многого достичь. Я не говорю, что мы будем против всех воевать, просто хотя бы то же самое древнее поле, драконье поле отыгрывать с нами будет в любом случае интересней. Ну и никто в этом королевстве не способен нас, ну, убить, по идее. Меня и ранее, как бы, да, там могут они сделать там 5-7 ралли там, да, по замку по нашему, ну, убьют они нам там миллионов 150, но они раз разобьются все просто в щепки с нами. Здесь уже, да, конечно, потери у нас были больше, чем в первое ралли, потому что я уже не всегда мог послать то, что надо. Тут уже, видите, был у меня Джаву Юнь, синий дракон, не моя топовая сельма с обороной моей этой дикой на лучниках. И поэтому там уже потери как бы разнились из-за того, что герои были заняты. Один герой у меня в плен попал, сельму. Потом, короче, я его как-то, то ли от меня освободили, я не понял. Ну, короче, не всегда. Были удачные обороны из-за того, что не всегда я посылался того героя. Иногда я, ребят, ну, менялся, путался, лечился, короче, и в итоге потерял немало армии хорошей. Ну, где-то примерно на 150 тысяч очищенного железа я австриал. Но я не представляю, насколько австриали они. Это просто, ребят, жесть. Давайте посчитаем, сколько атак было. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ну, 33 будем считать. 32, ребят, ралли было. Из них мы проиграли, ну, буквально 2-3. Вот. Захватил я героев у них. Некоторым отпускал, которые слабые были. Я хочу их кучу просто героев поймал, ребят. Они их начали сегодня казнить. Вот самого сильного я у них забрал это у Хайкима. Всех героев забрал. У короля их него забрал. Ну, он уже их сам казнил. Ну, и я забрал их буквально, на штук. Ну, где-то штук 20, ребят. Ну, я отпускал слабых, потому что, ну, нет смысла в них. Ну, и девочки там тоже им, короче, отпустил героев. А этих я, короче, просил к ним зайти чудо прокачать. Говорю, дайте мне зайти чудо хотя бы прокачать на КВК. Они типа нет ни в какую. Ну, за это я забрал у них героев. И не отдаю им, короче Вот, ну естественно, обстановка Против нас, ребят, вообще негативная От Альянса Гун, ЛБС, ОПГ Нос вот эти, ног ПАВ ВИВ тоже к нам не идут Я не понимаю, в чем дело, ребят Вы там сидите, вот что вы там делаете, реально Что вы там делаете Авторитет для вас этот гун С чего бы он для вас стал авторитетом Я не понимаю если вы, ребят, играете в игру, блин, с нами можно играть реально. Мы можем помочь вам как бы и сделать более-менее сильную команду, отыгрывать реально. То, что вы никогда не делали, та же самая жила, КВК, будем играть интереснее. Ну и до следующего перелета сюда я смогу призвать ребят интересных как бы и, возможно, попытаюсь пово повоевать за трон. Потому что у меня реально здесь уже такая личная атмосфера в этом царстве появляется, потому что очень проявляется сильное отношение к нам. Вот тут был когда СФ, да, все ребята здесь были, никто вообще, ну, так сказать, не рявкал в нашу сторону. Сейчас же нас осталось здесь, грубо говоря, 5 человек, и все осмелели против нас вообще. Все такие смело стали, хотя на КВК увидели, я занял первое место, на жили мы больше всех воевали, жилу отобрали. И все делается тоже, ну, с нами как бы. По поводу очков, рейтинг званий за эту неделю. Так, это рейтинг званий. Это у нас не то. Вот. Я занял седьмое место, на ранее взяла четвертое. Ну, разгон здесь небольшой, даже от самого топового. Ну, тут даже близко никого нет из всех союзников. Я не знаю, как они тут по рейтингу звания нас обгоняют. Это бред вообще, я не видел не короля этого гуна, чтобы он где-то воевал вообще. Дальше своих ферм он никуда не ходит. но он, Я тут вообще на 34 месте, я не знаю, как это связано. Р, Рой тут, Хаким вообще. Как это все дело тут насчитываться, я не знаю. но ну, далеко они... Вообще сзади нас все эти люди из нашего королевства. Самые сильные бойцы здесь это, ну, естественно... Ну, не мы, конечно, есть тут замки сильнее нас. Но по действиям мы вдвоем больше всех убиваем везде. Так. Лорд рейтинг замков. Так, по уровням. Сейчас я покажу, ребят, самые сильные замки здесь у нас. Лорд рейтинг уровня. Вот, да, вот этот самый мощный. И вот этот. Два замка. Они реально мощные. Все остальные ну, так себе, ранее, кстати, получил 60 уровень. Ну и донатят они, конечно, серьезно, японцы все-таки всегда закидывают. Ну вот, такой, ребят, ролик. Пишите обязательно ваши комментарии, не забывайте подписываться на мой инстаграм, если есть желание. Ну и, не знаю, ребят, что еще предложить. В основном обращаюсь к русскоговорящим игрокам Королевства 10.11. Ребят, присоединяйтесь к нам, реально с нами будет интереснее. И вот этот Колизей в следующий раз, вот было бы нас на два человека больше, мы бы его отобрали. Потому что мы не могли крепить, ралли заполнить. Грубо говоря, сбор 4 миллиона, да, а мы за посылаем 2 400. Естественно, мы проигрываем там. Или 3 миллиона можем собрать из 4 замков. Если бы мы собирали 4 миллиона сборов или 4400 там, то никто бы меня не выбил отсюда. Вообще никто. Кроме там короля, гунов или еще кто-то. Поэтому не знаю, ребят. Че вы там сидите? На что надеетесь? Забудьте, ребята, прошлые обиды. Там кто что на вас нападал. И давайте как бы, ну, играть вместе. Все мы взрослые люди. Игра это все-таки игра. А не что-то тут такое. Я никому не отношусь негативно. Наоборот, хочу как бы если уж остались тут все вместе, да как-то сплотиться и играть. Все, ребят, всем пока, ставьте лайки обязательно, ну и пишите комментарии. Все, с вами был Джокер.